Череда убийств продолжается. Накануне в Вельском районе нашли в своей квартире обезглавленного мужчину. По факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержан и подозреваемый, 26-летний местный житель. По версии следствия, между находившимися в гостях мужчинами в процессе употребления алкоголя произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему смертельные удары ножом в область тела. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый предпринял попытку расчленить тело. От задержанного поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением и агрессивным поведением потерпевшего. В настоящее время проводятся следственные действия и допросы, в том числе хозяйки квартиры, которая стала очевидцем конфликта.